Девчонки, всем привет-привет! Хочу всех тегнуть или тагнуть на такой тег названием «Что в моем айфоне?». Этот тег я увидела у американских бьюти-блогеров, они там практически все уже сделали такой тег, поэтому я призываю всех девушек бьюти-блогеров, у кого есть айфоны, у кого есть планшеты, сделать такой тег, кому интересно, что у меня в айфоне или что у меня в планшете. Ну, начну. Начну с своего айфона. Он у меня обычного черного цвета, не Siri, с обычным черным чехлом. Стандарт. Ну, начнем. Что у меня в мобайле? Вот такая у меня заставка, видите, такой тигровый принт. Я не знаю, будут видны ярлыки или нет, но я быстренько так пройдусь по меню. Сколько у меня экранов меню? Раз, два, три, четыре, пять. Пять экранов меню. Ну, по желанию, можно было бы и прочистить этот телефон, и было бы намного меньше. Всеми, практически всеми приложениями я уже не пользуюсь, ни играми, потому что мне некогда, я занята каналом, ютубом, ребенком, семьей, и вообще мне теперь некогда играть в игры. Еще у меня есть Sony PlayStation, в которую я играла, когда была беременная, теперь мне некогда, и мне так обидно, потому что там моя любимая игра Little Big Planet 2, или, да, уже у меня вторая уже часть. Но, увы, нету времени. Так, здесь у меня что есть? Ну, как у всех, стандартно. Настройки, фотографии, календарь, музыка, App Store. App Store я скачиваю только бесплатные приложения. Платные никогда в жизни не перекачивала и не собираюсь, потому что мы очень экономны. Дальше YouTube. YouTube этот, который уже встроен в iPhone, он неудобный тем, что через него нельзя посмотреть, зайти на канал человека, посмотреть, сколько у него подписчиков, сколько у него просмотров, ничего. Можно только смотреть видео и комментировать. И то бывает даже такая ерунда, что тебе 5 комментариев оставишь там разному, по одному каждому, и все пропало. Ой, не пропало, и больше тебе пишут, что вы не можете сейчас отправить, и меня так это раздражает, короче. Вот. Дальше у меня часы, ну, тут будильник у меня. Skype. Скайп очень классный, очень удобно, здесь камера хорошая, я спокойно разговариваю. И если раньше я через ноутбук это все делала, то сейчас через телефон. Блин, кто бы знал раньше, что так техника, что такой будет прогресс в мире, что мы сможем через телефон видеть друг друга и разговаривать, конечно. Потом у меня ВКонтакте есть приложение. Айрус Радио тоже классное приложение, здесь радио, очень, здесь очень классные волны, очень много волн разных, и, в общем, классное радио. Потом у меня почта, фонарик, мне он крайне нужен всегда, всю жизнь, не знаю почему, но я почему-то всегда нахожусь в темноте, и мне нужно где-то обязательно посветить. Дальше внизу у меня сообщение, телефон. Safari камера. Камера у него, у айфона, хорошая, нормальная. Дальше во втором меню у меня Facebook, Luminance, это для обработки фотографий, программы. Пианино, бета-версия, тоже прикольно, там показано, куда тебе, короче, нажимать. Ты нажимаешь, и уже получается мелодия такая, якобы ты играешь, так клёво вообще. Переводчик, погода, вот Shazam, полезное очень приложение для тех, у кого, кто пользуется музыкой, чтобы не нарушить авторское право, вы должны как-то же проверить, если наложены ли на музыку права. И вот, кстати, вот эта вот программка, вы ее открываете, подкладываете, где играет музыка, и она, если она не распознает, что за песня, то тогда на него, да, чаще всего, что нет авторских прав, я вот так и пользуюсь. Меня спрашивают, как ты ищешь мелодии, ну, чтобы авторское право не нарушать. Ну вот при помощи вот этого приложения. Потом 365 советов каких-то там непонятных. Потом Excel контакты. Мне тоже нравится это приложение. Можно все ваши контакты объединить и скинуть легко на компьютер. eBay, нет, видео. Эдитер, free. Обрезать можно видео на конец и начало. Потом пульс измерять. Прикладываете, считает ваш пульс, сердцебиение.
скетч для фотографии и обработки, калькулятор, голос переделывать, 4 варианта. Не знаю, зачем я это скачала, но у меня это есть. Потом Angry Birds. Это какой-то новый Angry Birds Spice. Типа они в космосе. Прикольная игра. Потом у меня есть шашки. Я люблю очень логические игры. Всякие пасьянсы, шашки, шахматы еще как-то нет. Потому что они для меня немножко сложноваты. И надо сидеть, думать, надо время. И мне не хочется тратить свое время на шашки. Вот. Потом игра вот эта какая-то, не знаю, даже что за игра. Потом солитер. Я в нее как играла, как в стандартном Windows были, так и сейчас продолжаю. Маджонг обожаю, искать вот эти одинаковые штучки. Потом опять у меня Angry Birds, вот приложение. Уже все его прошла. Потом косынка у меня стандартная. Потом какая-то игра тоже непонятная. Вот какая-то игра непонятная, Diamond. Потом Retro Game. Это игры, которые раньше были на вот этой приставке. Там Tetris. Еще там какая-то точка, которая всех убивает. Мне не нравится, как оно на приложении, потому что iPhone плохо фиксирует и ничего там не убивается, плохо поворачивает, короче, фигня, надо удалить. Потом морской бой очень интересный, потому что можно играть между айфонами, в общем, морской бой. Вот еще какая-то игра, еще одна игра, алхимик, монстры какие-то, еще опять Angry Birds, опять я его тоже прошла, но мне жалко удалять, потому что я иногда бываю перепрохожу опять его. Angry Birds опять, потом Симсы, обожаю Симсы, на компьютере раньше постоянно играла в Симсы, и это тоже такая версия онлайн, постоянно в нее нужно играть, и я играю, но там слишком все такое маленькое, мне не очень нравится, ну, я ее почему-то еще не удалила. Потом вот это классное приложение Мегаполис, оно есть везде и ВКонтакте и так далее, и я уже такой тут расстроила город, что мне жалко удалять, но я говорю, мне некогда играть пока. Потом Sai Hero, тоже это то же самое, что и Angry Birds, очень похоже, очень хорошая игра. Вот эти коробочки, Кинопоиск, кино иногда какое-нибудь надо прочитать про фильм, вот я пользуюсь Кинопоиском. Башня букв, тоже логическая игра. Потом Шарады, ой, это вообще, тут играют все онлайн со всего мира, рисуют, и ты быстро угадываешь, что они там имели в виду слово, и пишешь, и, короче, я там какая-то там, я не новичок, я уже там кто-то там, я по званию, но я говорю, я уже не играю в нее. Логическое. Потом, ладно, эти вот неинтересные игры, танчики, как помните, раньше были танчики, но она, говорю, здесь плохо фиксирует, так-то игра тоже такая же, но плохо поворачивает, мне неудобно. И последняя страница, опять же, скетч, опять фотографии переделывать, Инстаграм фотографии переделывать, и все. Вот все, что в моем айфоне. Интересно, кому-то это будет интересно вообще. Ну, просто такой тег, чтобы разбавить немножко наши каналы. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.